Крупное техногенное ЧП в Алматы. На заводе по производству мороженого случилась утечка аммиака. В тот момент на смене были 60 человек. Четверых пришлось экстренно госпитализировать. В экстренном порядке осмотрены врачом-терапевтом, реаниматологом и токсикологом. Из 5 пациентов 4 из них госпитализированы. По тяжести состояния отравления головного мозга. Сперва, потом дыхательные пути поражения пойдет. Потом, знаете, когда дыхание, уже головной мозг, и подключается сердцебиение, пульс, давление, все снижается уже. Когда случилась утечка, сотрудники в срочном порядке покинули помещение. Однако через некоторое время шестеро пожаловались на плохое самочувствие. Двое от госпитализации отказались. Остальные поступили в больницу с головокружением, тошнотой и слабостью. Трое сейчас в реанимации в тяжелом состоянии. К слову, сотрудники работают в 3 смены. За сутки на заводе производят около 60 тонн мороженого. После ЧП партию сдали на экспертизу. На предприятии начали внутреннее расследование. В деталях случившегося разбираются и полицейские. За нарушение правил охраны труда виновника может грозить штраф. Наше предприятие является опасным объектом, потому что у нас в производстве используется аммиак для производства холода. Непосредственно в этом фризере, где утечка произошла, там в период работы, наверное, до 10 литров аммиака находится. Где-то, наверное, утечка была порядка пол-литра аммиака. Материальная помощь будет оказана всем сотрудникам, которые пострадали.